Пришло, видимо, время дать оценку всем явлениям, которые связаны с Великой Победой и страшной победоносной войной. Этот юбилей особенный, но наша задача осознать великую глобальную ответственность в воспитательном процессе молодых душ и сердец, духи патриотизма и жертвенности не ради понятия Родина, а ради вещественного, вседневного присутствия в недрах Родины, на рубежах и всех местах, где живет человек великой страны, народы которой одержали победу совместно и с разумными силами всего мира. Анализ изученного материала, между тем, показывает, что деятельность вот именно Русской Православной Церкви во время войны не только внесла значимый, но и решающий. Мы рассказывали о вкладе монашествующих священства во время Великой Отечественной войны. Чем занималась Русская Православная Церковь, какой внесла вклад, и конкретно о людях, о личностях, которые были у нас, не только на Руси, в нашем крае, региональные монашествующие. Как таковых их не было практически. Вот это один, два, три человека. Это вот Лука, которого мы звонаем, да? Святитель Лука, это архимандрит Нифонт. Сейчас мы с вами посмотрим видео, снятое нашими красноярскими журналистами, о жизни, дальнейшей жизни архимандрита Нифонта, его вкладе в духовную жизнь Сибири, нашего края. Сняли мы его к дню рождения, к столетию архимандрита Нифонта, 19 декабря отмечалось оно. И это первая работа ребят, студентов, которые будут, станут журналистами, это третий курс, вместе с нами, с наставниками. Под Москвой был противник, и противник отступил. И многие немцы видели, как выходила Божья Матерь в воздухе. Фильм прекрасный. Он рассказывает не только о самой личности отца Нифонта, но и его вкладе, и его, кстати, он пересекается с нашими сегодняшними рождественскими чтениями, наследие и наследники. То есть тот человек, что он сделал и какое наследие он оставил, это вот как раз тема вашего фильма. Спасибо вам большое. У Бога нет чужих, и Богу не нужны рабы. Кто он? Что он? Как с ним стоит отношение? Потому что сказано, Христос явился в полноту времен. Бог есть любовь. А это очень важно. Представляете, Бог... Существует теолингвистика, что существует теолингвистический подход к изучению языка, который предполагает изучение взаимодействия языка и религии с помощью лингвистических методов. Когда мы изучаем произведение, нужно, конечно же, прежде всего отталкиваться от мировоззрения того писателя, который создает шедевры, изучаемые в школе или не изучаемые в школе. И если это писатель религиозный, например, как Николай Васильевич Гоголь или Федор Михайлович Достоевский, то, конечно же, нужно учитывать то, что они не просто молились, ходили в церковь, читали религиозные тексты, что они окормлялись у старцев, и старцы, естественно, влияли на них духовно. Поэтому если вот посмотреть с практической точки зрения на необходимость внедрения теолингвистики в изучение на филологических факультетах, нужно как бы акцентировать внимание как раз на том, что как религиозные тексты полезно изучать, опираясь на знания, которые нам дает теолингвистика, так и обычный светский текст, потому что наша культура, российская и европейская в целом, она в течение столетий, тысячелетий, можно сказать,
формировалась в лоне религиозной культуры, христианской. И даже если человек себя считает полностью атеистом, он не смог избегнуть в своей жизни соприкосновения с религиозными смыслами, с религиозной культурой, и так или иначе он это будет преломлять в своем творчестве.